Добрый день, дамы и господа. Здравствуйте, мышь Пуха. В эфире выпуск программы Азохинвэй Ньюс. И мой ведущий Цилясё Мацюрыс. Как-то Белочка с 7-го Брайтона гуляла по просторам интернета и случайно узнала, что наш Рома Абрамович так и купил дом напротив Центропарка в Нью-Йорке. Боже мой, подумала Белочка, с кем же он будет общаться, там же никто не говорит по-русски. Она нашла русскоговорящего риэлтора и решила подыскать что-то рядом с Ромой, чтобы он себя не чувствовал одиноко. Ну что, Бейла, вам нравится вид с этого пентхауза? Это не сравнится, конечно, с Брайтоном, но вид впечатляющий. Так я таки смогу сюда поселиться и платить по 8-й программе. Бог с вами, Белочка, какая 8-я программа, пентхаус и продается, а не сдается. И сколько же это стоит? Почти даром всего 25 миллионов долларов. Когда Белочка услышала цену, она упала в обморок на балкон. И теперь мы всем Брайтоном за нее переживаем. Или мы все скинемся фудстампами и так и поможем ей купить квартиру рядом с Ромой, или уже таки найдем ей нормального мужика, чтобы она об этом забыла. Вы прослушали короткий выпуск программы Азохинвэй Ньюс. Спонсор выпуска — русский продуктовый магазин просроченных продуктов. Напоминаем вам, если у вас есть какие-то мансы-шмансы для программы Азохинвэй Ньюс, присылайте нам, мы о них расскажем в следующем выпуске новостей. До свидания. Всего вам хорошего, и так и вам не кашлять на соседей по общественному транспорту.